Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективное и достоверное в программе «В центре внимания». Представляем вашему вниманию программу IWPR – Радио Института по освещению войны и мира. Здравствуйте! У микрофона Мери Масаналы. Все, езжайте на станцию, свободная, на станцию. 3-1, пишем, 160. В диспетчерскую станцию медпомощи звонки поступают каждую минуту. До приезда врачей при необходимости диспетчеры консультируют пострадавших. За сутки бригада принимает до 600 звонков. Но факт остается фактом. В стране не хватает специалистов и скорости у скорых служб из-за нехватки самих машин. Выполняется вызовов. От 350 до 450 в сутки. По плану должно работать в день 40. Одна бригада, работает 35. Естественно, вызова выполняются с опозданием. Отмечает старший врач смены Зура Сипишева. Та минута, когда ждали скорую помощь для Нургульмаметовой, словно превратилась в вечность. Месяц назад у 10-летнего сына Нургуль были сильнейшие приступы аппендицита. Дома в этот момент никого не было. Тогда вызвавшаяся карета скорой помощи приехала только через час. Сыну стало плохо вечером, примерно в 9 часов ночи. Я сразу вызвала скорую, так как муж был в командировке. Но помощь приехала только ближе к 10. Сын сильно плакал в эти минуты, я не знала, что делать. Слава богу, все пронеслось. Мы успели доехать в больницу, но врачи сказали, что если бы несколько минут, было бы уже поздно. Из-за постоянных опозданий скорая помощь превратилась просто в помощь. Из-за нехватки машин и специалистов на каждый четвертый вызов врачи приезжают с опозданием. Нередки случаи, когда пациент не дожидается первой помощи. Проблем на станции скорой помощи действительно много, признается главный врач городской станции скорой медицинской помощи Искендер Шаяхметов. Из рассчитанных на город 80 машин регулярно работают лишь 26. Вообще, по нормативу, советскому нормативу, одна машина на 10 тысяч населения. Это вот институт Семашко был такой, который рассчитывал по организации здравоохранения. То есть на наш город сегодня, учитывая новостройки, неофициальное население, 150 машин нужно. Прописано по приказу у нас 80 машин. Фактически у нас сегодня 36 машин числится, на линию выходит 28-27 машин. Вот и считайте, что хотя бы даже от 80 выходит 26-27 машин ежесуточно. В свое время по реорганизации, в смысле реформирования здравоохранения, должны были неотложное состояние, то есть вот эта температура, все это днем должны были обслуживаться поликлиниками. Поэтому городскую скорую помощь сократили. Наших машин было 52 на 540 тысяч населения. Их сократили до 20. Потом, когда я стал главным врачом, это еще 10 лет назад, я эти бригады увеличил. Сейчас у нас числится 36 бригад, фактически на линию выходит 26-27 машин. Говорит он. Сейчас в городской станции на помощь приходят частные стационарные центры. Сегодня в столице имеется 6-7 служб. Однако даже они погоду не меняют, сетует Искендер Шаяхметов. Так как количество выездов частных скорой помощи составляет около 10, тогда как городская станция скорой медицинской помощи принимает до 400 звонков. 139-я служба, это крымский немецкий медицинский центр называется. 136 называется меди. 151 называется medical service. Потом 1350 или что такое, Аль-Шафит. Но они в основном обслуживают таких плановых больных. А экстренные больные в основном попадают же к нам. Плановые больные, это, предположим, температура, болит там обострение холештита и прочее. Рассказывает Искендер. К тому же сегодня большая часть карет скорой помощи находится в плачевном состоянии. Однако сегодня начали обновлять автопарк. На прошлой неделе мэр города Бишкек Куанышбек Кулматов передал 12 санитарных машин городской станции скорой медицинской помощи. Автомашины были закуплены на средства городского бюджета. В размере более 15 миллионов сомов кареты скорой помощи будут распределены между специализированными бригадами детской реаниматологии, акушер-гинекологической
кардиологической и инсультной. Где-то к январю месяце дополнительно вот в рамках нашей договоренности должны прийти еще 15 машин. И я думаю, вот так постепенно, в ближайший год, полтора, ну, два, вот мы доукомплектуем и будем полностью машины будут соответствовать первым и по техническим, то есть современные машины будут, и вторым и по количеству будут соответствовать. Уверен градоначальник, недостаток реаномобилей усугубляется пробками на дорогах и нередки хамское поведение других водителей. В идеале с момента выезда бригады до его прибытия в пункт назначения должно проходить 20 минут. Но, по словам водителя Мурата Челикбаева, доехать в это время не всегда удается. Пожилые водители уступают, они чаще, вот молодые, проблематично. И во-вторых, вот в микрорайонах под домами ночью ставят много машин, и нам проблематично заехать. Говорит водитель скорой помощи Мурат Челикбаев. Депутат Жогорку Кенеши Жылдыз Мусабекова, который в течение 4 лет была главой Айлукмыты, не понаслышке знает о проблемах скорой помощи и отмечает, что в первую очередь необходимо рассмотреть инфраструктуру столицы, так как город растет, и за последнее время выросло количество новостроек. Если взять проблему скорой помощи, она стоит очень остро. В первую очередь это для новостроек. Для этого необходимо рассмотреть инфраструктуру. Когда вызывают скорую помощь, из-за плохих дорог большинство случаев скорая не может приехать своевременно. Также работе мешает и отсутствие нумерации домов и улиц. Многие люди просто не хотят элементарно вешать таблички. Я когда была главой Улукмыты, я всегда этим боролась, я всегда им говорила: вешайте таблички так, как не могут найти скорая и милиция. Таких проблем очень много. Рассказывает депутат 6-го созыва. Министр здравоохранения Таланбек Батралиев считает, что необходимо не только решать проблемы нехватки скорой помощи, а пора возобновлять службы санавиации. Во время Советского Союза мы могли из Джайло даже, кто нуждается в экстренной помощи, с вертолетом доставить это в Бишкек, оказать своевременную помощь. И после распада Советского Союза, естественно, мы все это растеряли. Возобновить это не собирались, но это пора, потому что жизнь одного человека – это превыше всего. Хватать средств всегда будут, но из имеющихся средств бюджетных, особенно, которые собраны и поступают к нам в социальный сектор, большая часть – это наша система здравоохранения, и собирается из налогов наших граждан. Поэтому их здоровье превыше всего. Если экстренная помощь нуждается, мы это должны заставить. К сожалению, как я сказал, мы не имеем ни одного вертолета или самолета, если будет нуждаться экстренной помощи в центрах, где имеется высококвалифицированная помощь. Поэтому мы уже будем поднимать вопрос о восстановлении скорой помощи или санавиацию в виде вертолета или самолета. Да. Сегодня могут сказать граждане нашей страны, когда на многие вещи не хватает бюджетных средств, стоит ли об этом поднимать? Нет, стоит, потому что наши планки должны быть выше. Говорит Батралиев. Отмечается, что в советское время отечественная скорая была одна из лучших среди стран СНГ. И сегодня стоит задача поднять тот уровень, который был, чтобы горожане вовремя получали качественную помощь. Ведь вызов скорой – это самый важный доступ к здравоохранению горожан. А жизнь человека, которого нужно спасти, и счет уже идет не на минуты, а на секунды – это самое ценное для государства. Но по состоянию обеспечения скорой службы этого не скажешь. Материал специально для IWPR подготовила Айтунок Нурдинова. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR ради Института по освещению войны и мира следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia. Оставайтесь с нами. Мерим Атаналы. Услышимся.